Вот о чем я вам и говорил. Опасность, блядь. Что люди даже стороной обходят, видишь? Чего они вечно здесь пасутся-то, а? Вот попробуй пройди здесь сейчас. Что люди даже боятся идти сюда, через эту дорогу. Какого хера, блядь, а? Вот эта стая собак давно уже надо было накрыть, которая людям мешает ходить спокойно. Они вечно, блядь, пасутся здесь. Кошки-то они безобидные, а вот это вот хамло, блядь. Это может, блядь, так напасть, что мало не покажется, блядь.